Зараз з нами у студії Володимир Нахутін, директор ТОВ «СМІТ», та Олександр Варава, начальник відділу з експлуатації ТОВ «Дніпробас». Володимире, вітаю. Олександре, вітаю. Володимире, перше питання буде до вас. От розкажіть, будь ласка, детальніше про це скорочення кількості маршруток на 20%. І що це означає, зокрема, ну, вся ця тенденція, яка останніми часами наявна, вона означає для вашого підприємства? Вы понимаете, какая ситуация происходит во всем мире, да? Сейчас и у нас в Днепропетровске очень сильно упал пассажиропоток людей. То есть мы это прекрасно все видим. В больших автобусах у меня, во всех больших автобусах стоят видеокамеры. Происходит видеосъемка, и счетчик срабатывает на пассажиропоток. Я как директор, то есть я убежденно верю в это, в то, что пассажиропоток упал. Я каждый день мониторю это. Просматриваем. То есть водители здесь не виновны. Очень многие обсуждают, что водители виноваты, там берут, там не подбирают. Нет. На правде, в правде, то есть пассажиропоток очень сильно упал. То есть финансово у нас недополучение денег в компании. То есть раньше мы перевозили, например, грубо говоря, там один автобус перевозил 450 человек пассажиропоток. То есть несколько рейсов он сделал круговую 450 человек. На данный момент сейчас ну, где-то в процентном где-то на 30-40 упал пассажиропоток, на каждом маршруте по-разному. Где-то люди работают больше в локдауне, там, на удаленке, где-то больше бабушек ездит на работу по утрам. Ну, так как сейчас власть нам помогла немножко, чтобы пенсионеры ездили в определенное время, там, с 10 до 3 часов дня, то есть, как бы, еще утром можно выжить. Утром наши люди, водители перевозят людей, которые на работу, которые оплачивают полностью проезд. Но потом с 10 утра до вечера мы возим пенсионеров бесплатно, в любом количестве. То есть, вроде бы, кажется, все говорят, вот, смотрите, автобусы забиты. Там начинаются пассажиропотоки идти, когда все бабушки, дедушки идут на озерку, там на подработку какую-то. То есть, очень много людей-льготников передвигается в автобусах. Фотографируют, показывают на экранах, что, мол, посмотрите, пассажиропоток не упал. На самом деле, платность пассажиропотока очень сильно упала. Из-за этого мы сокращаем наших водителей просто ну, не даем возможности им зарабатывать деньги. Раньше, получается, когда водители все в Украине оставались, работали, все было хорошо, то сейчас с проблемой во всем мире половина водителей просто уехали на заработки, где больше платят. Мы за счет этого, то, что не хватает водителей, мы не можем оплачивать, дать большую зарплату, у нас, получается, идет нехватка. Так же самое у нас идет с ремзоной. Мы должны ремонтировать автобусы, покупать запчасти, покупать топливо. Вы сами видели, топливо очень сильно подорожало. Очень сильно подорожало топливо, и мы несем большие убытки. В долг сейчас никто не дает топливо, и в долг никто не дает запчасти. Финансов у нас не хватает. Поэтому мы будем пытаться сократить интервал движения между автобусами там, от 5 до 10 минут. Но количество автобусов мы где-то уменьшим на 2-3 автобуса на каждом маршруте. Примерно так. Дякую. От, Олександр, до вас питання. А як можна вирішити цю проблему або посприяти вирішенню на місцевому рівні? І також, можливо, необхідні якісь кроки від центральної влади? Ну, скоріше всього, центральної влади. Це на законодавчому рівні зробити оплату за кілометр. Коли перевозчик просто выполняет свою работу качественно, не срывая рейсы, выполняет по каждому маршруту, убирает автобус, ремонтирует их и перевозит людей. Это будет, наверное, как во всем мире, самый правильный подход. И мы не будем зависеть, к сожалению, у нас потолок завис, то есть 8 гривен, да? Все, что мы потребляем, запчасти, газ, зарплаты, налоги, все растет, и мы на них не можем повлиять. При тарифе за километр это будет рыночная цена. И так будет, наверное, самое лучшее. А вот монетизация пильг, это действительно поможет? Это, конечно, тоже поможет. И это показала практика, которая сейчас существует, что перевозка только с 10 до 15.00. Конечно, это эффективно. Конечно, многие перестали просто ездить. По тем, кому нужно ехать, они едут. А много льготников просто каталось. И это факт, потому что действительно в нашем предприятии тоже в каждом автобусе есть камеры. На этом работают люди, и видно, кто как ездит, и
Поэтому монетизация льготников однозначно, чтобы не было никаких конфликтов, прежде всего, людей. Водитель, он тоже человек, у него тоже семья, он тоже пришел на работу. И работа у него очень ответственная. Отработать немало часов и перевезти пассажиров безопасно. Дякую. У моєї колеги Ані теж є питання. Аню, будь ласка. Так, доброго вечора, Володимире. А як ви вважаєте, чи збільшиться пасажиропотік цього року, можливо, влітку? А якщо навпаки він зменшиться, що далі ви плануєте робити? Понял вас вопрос. Сомневаюсь, що пасажиропоток увеличится в этом году. Впереди літні відпуска. Студенты, сомневаюсь, что выйдут с сентября месяца на учебу, потому что, так как у нас сейчас видно, какая ситуация, думаю, что осенью будет еще одна волна дополнительная. Я думаю, что будет так. Так что сомневаюсь, что в этом году пассажиропоток увеличится. Очень сильно сомневаюсь. Но надеюсь только на власть, что все-таки на нас обратят внимание и как-то будут нам помогать, наверное. Выжить, просто оставаться на плаву. Иначе мы просто все не вытянем. До конца года мы не вытянем. Топливо дорожает, запчасти дорожают, все дорожает, а проезд остается 8 гривен. Навряд ли. Володимире, я правильно розумію? Тобто, навіть ми не можемо говорити про те, щоб купити нові маршрутки, нові автобуси. На це взагалі так не вистачає коштів, якщо ми ледве ремонтуємо їх. Ну, ви ледве ремонтуєте. Ну, мое предприятие купило очень много автобусов, но я вам скажу, 50% автобусов у меня просто стоит из-за того, что топливо очень сильно подорожало. Я покупал автобусы во Франции. Когда я их покупал, топливо стоило, газ стоил около 8 гривен. Сейчас газ стоит 15,5, и вот буквально с 1 мая, как объявили, что будет газ в районе 18 гривен. Я понимаю, что мне дальше уже нет смысла выпускать большие автобусы на маршруты. Я покупал его для горожан. Я покупал, чтобы люди ездили, получали удовольствие в автобусах с кондиционерами большой вместимости, инвалидностью, там, для инвалидов, низкий пол. И тем более это экологически чистый транспорт, потому что это на газу автобус ездит. Ну, я сомневаюсь, что можно купить еще автобусы, смысла никакого нет. Наши автобусы просто стоят. А из-за того, что есть когда сильные ремонты, то есть капитальный ремонт, мне нужно очень много вложений вложить. На данный момент я ремонтирую только мелкий ремонт для безопасности пассажиров, чтобы спокойно ездить по городу и было безопасно. Я ремонтирую мелкий ремонт и выпускаю автобусы на линии. Остальные, которые требуют большого вложения, я просто не могу выпустить на маршруты. У меня не хватает финансов. Я надеюсь все-таки на власть, что на нас обратят внимание, кто нам помогут. Дякую, Володимире. Олександр, до вас таке питання. Які ще, можливо, ключові проблеми транспортної інфраструктури зараз ви можете назвати? Тобто у зв'язку з ковідом, з економічною ситуацією, що ще зараз відбувається і, можливо, ще варто очікувати якихось проблем, які виникнуть? Ну, к сожалению, для крупных перевозчиков, крупных предприятий, которые закупили большое количество больших автобусов, остается еще конкуренция в городе Днепр, где параллельно ездят автобусы малой вместимости и где расходы их незначительно меньше, чем большие автобусы. Это первый фактор. Второй фактор, естественно, отток водителей, отток профессиональных людей, слесарей. Водители, они уезжают за границу, потому что зарплаты не поднимаются, не индексируются из года в год, да? Хотя бы согласно инфляции, а наоборот падают, потому что у нас падает пассажиропоток. Это очень сильно влияет. Это такие два фактора, то есть конкуренция и специалисты, да, которые влияют на нашу структуру. То есть мы, опять же, мы ограничены в стоимости своей услуги. И мы выпрашиваем не просто поднять нам, чтобы мы заработали, а чтобы выжили сейчас. За последние 8 месяцев метан поднялся на 50%, с 12 гривен на 18. Это почти катастрофа для больших автобусов, которые у нас практически 100% автобусов все на метане. Дякую, Олександре. Дякую, Володимире. Дуже вдячні, що ви до нас сьогодні прийшли до студії та пояснили детальніше цю проблему. Будемо слідкувати за ситуацією, сподіватися, що все ж таки і центральна влада долучиться до вирішення цієї дуже значущої для містян проблеми.
Дякую. Спасибо. Дякую. Вам, да. А я нагадую, що ми проводимо голосування. Питання сьогодні таке. Чи помітили ви спад епідемії коронавірусу в Україні? Якщо так, телефонуйте за першим номером на екрані. Якщо ні, за другим. Вартість дзвінків відповідно до тарифу вашого оператора.